Бля, не лезь туда, она тебя сожрет. Ух, нихуя себе, блядь. Блять, и мы ходим по этим, блять, камням. Я чуть не ёбнулся. Колян что-то лоханулся и не захотел снимать на мой телефон. Ой, на свой. Потому что я тебе свой телефон не доверяю, его уронит. Ёбаный тебя в рот. Сука, наебнуться как не оху делать. Колю прям вот тащит в самое говно. У меня такое ощущение было, что он сейчас просто... Нафига тебе труба эта? Да он как не идеально. Пошел нахуй, не трогай я. Да. Давай. Ты забыл, какой я профессиональный фотограф? Ага, как ты меня чесово снял, что на его лица вообще не видно было. Значит, вон там вот башня Газпромовская. Ну я сюда трудно видно очень. Меня снимай, я показываю рукой. А, да. Там Газпромовская башня. Там прям сад. Непонятно, где мы. Блять. Сука, если бы ты ёбнулся бы сейчас, я бы так угорал. Дождёшься. Зато я могу. О, башмак. Коль, забери. Это что, я размер? Нет, это... Нет. Нет. Собственно, а куда ты идешь? Не знаю, куда-нибудь. А что ты свою GoPro ты не взял новую? Потому что я ее еще не испытал. Блять, принес бы сюда, испытали бы. Ну, блин, ты бы мне сказал, когда я сюда. Блять! Я чуть не упал. Сука. Ебаные камни. Растяжка? Долбанный мой телефон. Я ногу согнул, он мне сюда уперся. Я, блядь, теперь проверять буду все камни. Потом в ВК мне скинешь, я это все. Сука, я хочу взять тот момент, где я чуть не ёбнулся. Все, нахер отсюда я ухожу. Блядь. Коля, бля, опять детство в заднице заиграло. Ему хочется опять вниз. Ты уже снимаешь, да? Да, блядь. О, вот это стрёмно было сейчас. Ух ты, сука, если я ёбнусь отсюда, я тебя задушу, Коля. Потому что в опасном месте спускаешься. Пошел нахуй. Блядь. Ух ты, сука, ебать. Сука, рейтинг Баженова. Коль, так может заберешь его? Башмачок. Башмак. Твой черед стал падать. Фух. Так, ты трубу не бери. Блять, нахуй. Я же это самое, я же свою грязину собираю, я всегда могу помогать. Хотя, наверное, будет. Блять. В общем, как вы поняли, Коля у нас превратился в самоубийцу. Ты скорее. Почему я? Потому что ты все время падаешь.
Я ж не специально падаю. Как это? Специально для видео падаю. Фух. Коль, ты куда пошел? Я говорю, не пойду. Ладно, я пойду как нормальный человек. Да. Давай, иди сюда. Так, и Коля остался там. Ты поднимаешься? И вот он начал подниматься. Вот бы ебнулся. Пойдем, блядь. Так, надо куда-то залезть. Что-то у меня такое ощущение, что если я полезу по этому говну, я ебнусь отсюда. Блять. Я смотри, я под конец хотел так на камеру, типа, рукой махнуть и так пошли, типа. Так, блять. Так, я не ёбнулся, это уже хорошо. Ты снимаешь или не снимаешь? Да, вот она в школе. Ладно. По-моему, сюда кто-то пытался залезть во время грязи. Потом мне материал скинешь через Bluetooth сейчас у тебя. Хорошо. Так, и мы продолжаем идти по какой-то говняной местности. Ну, Коля идет по нормальной дороге, а я иду по говняной местности. Ой, разбилась. Не знаю. Ебать, ты неадекватный. Блять, чуть не ёбнулся. Фух. Снял? Не знаю. Посмотри. По-моему, нет. Давай. Так, а мы продолжаем идти уже домой. Домой? Или куда? Я не знаю. Мы еще куда-нибудь сходим? Можем в Москву сходить. Или в Кронштадт. Да, пошли в Кронштадт. Не, я по воде не пойду. Вон, смотри, там корабль какой-то. У тебя камера его увидит? Не знаю. Наверное, не да. А может и нет. А может и да. А что такое? Новый район, расстройки всякие. Снимай район просто. И я здесь живу. Ну, не здесь, немножко подальше от этого. Вон, вон там он живет на стройке. В кране он живет. В кране. Кран сними. Кран сними. Вот он в кране живет. Если это твой дом, подожди. Ты где-то на этажах были хачинские туалеты. Не, я вон там живу. Вон у меня два крана. Это моя территория. Угу. В одном я сплю, у меня три. В другом... Раз, нет. Два и вон третий. Не, свои вон, вон то сними. Вон там два крана. Это моя территория. В одном сплю, в другом снимаю. Ты записываешь, да? Дорога еще не открыта, сейчас здесь народ ходит. Да, и Коля засал в первое время по ней идти. Потому что я не увидел, что она закрыта. У меня ощущение было, что сзади автобус подъедет и меня... Я надеялся на это. А, добрый друг. Ты где? Ай, слепит Вася. Закат, солнце садится. Слепит друг. Че зрителей слепишь, сволочь? Ребят, он вас ненавидит, он вас слепит. И вот мы, блядь, идем с Колей по какой-то уебанской улочке. Как это называется-то? Ничего нет, ничего не наклеили, совсем тупые, что ли. К новый район что ты хочешь все строиться. Да, должны все приклеить. А вон наши друзья. Ну, а я сейчас а, давай. Тут столько рабочих. Так чё? Как-то не прилетел. Снимает он? Да. Да, снимает. Короче, вот. Такие дела. Коля, помнишь, я тебе говорил, что мне светофор нужен? Зачем тебе светофор? А я дома буду играть. Как? Зачем? Вот, все равно они сейчас без дела стоят, а когда нужны, я их обратно. Ты че, светофор спиздить хочешь? Да. Ну флаг тебе в руки. Он красивенький. Нахрена он тебе? Брать.
Как? С чем? Поставлю перед монитором, как только проеду, это будет мой локомотивный светофор. Тогда на нем сигналов, молясь, маловато. Посмотри, всего 3. Что, я светофор проведу нормально? Да? 5. Ребят, он собирается спиздить светофор, серьезно. Долбоёб. Ебать, ты неадекватный. Ну что ты? Ай, слепит. Сейчас он такой заваливается нафиг и съебываем отсюда, да? Что, тоже хуй? Ой, блядь, неудобно. А, тебе знак нужен на автобусной остановке? Нихуя. Да нихуя у меня не получилось. Ладно, в следующий раз повезет. Это Коляночка. Ладно, все, пошли ко мне домой. А, да, пойдем к тебе. Пошли. Я приостановлю видео. И чё? В общем, история такова. Мы с друзьями. Вот там, видите, Колян, покажи мост. Чё? А моста отсюда не видно. В общем, там есть мост, и в него есть такая кривая эховая башня. Ну, это я её так называю, эховая башня. И в общем, мы с друзьями туда забирались, блядь. Там был такой вот вход. Я вот так вот ногу туда первую засунул, вот так телом полез, застрял. Меня друзья стали ногами пинать, вот так, чтобы я туда вылез. Я туда вылез с трудом. Потом мы стали подниматься по такой крутой лестнице. Так, мы лезем, значит, лезем. Я, блядь, писать хочу, прикиньте, писать хочу и лезу, блядь, а страшно. Она еще вот так вот там были лестницы, которые вот так вот шатались. Я вот так вот лезу, а друзья стебутся за мной, шатают. Я, блядь, говорю, не надо! В общем, я туда уже поднялся кверху. И пиздец, просто пиздец. Не ори, люди рядом. Я, блядь, голову только высунул, и струя ветра мне как бац поебало. Ты не упал? Я удержался, я как мужик удержался. Потом я там постоял, полез вниз. А, кстати, Коль, не хочешь полезть? Куда? Наверх. Ага, еще столкнешь меня, блин, оттуда. А на крышу? Не. Тебе говорю, еще нафиг меня столкнешь, блин. Я просто компьютер хочу забрать. Ну ладно. Блять, ладно, пойдем. Блять. Пойдем. Давай камеру. Так, ну. Так. Коля пошел по тротуару как девочка. Я пошел по дороге как настоящий мужик. Да ну, чё-то страшно, блядь. Я лучше к Коле пойду. Блядь, надо перебегать. Что-то собьёт. Так. Светофорчик не работает, переходите. Светофорчик пошел нахуй, он пропустит меня. Ой, блядь, чуть не ёбнулся. Так. И вы думали, что мы... Надо было пропустить. Вон тот мост, про который ты рассказывал. А, да, вот он. Снимаешь нормально, видно? Да. Вон тот мост. Вон он. Блять, неудобно. Так, теперь мы идем домой. Коля идет ко мне кушать. Проверять, как работает мой маршрут в трензе. Леша? Да как его? Алеша? Петр? Попович? Очкарик! Кого? Бля, ладно, не слышно их. Ты на видео записываешь, что ли? Да. Сейчас будем смотреть. В общем, как бы вчера я... Блядь! Сука! Короче, вчера 3 часа я заливал. Блядь! Свой маршрут. На Яндекс.Диск. Ебанские бордюры. Сейчас будем проверять, как он работает. Мы же уже проверили. Вообще-то нет еще. А-а-а. Вот.
Фильм у меня на канале, кто хочет посмотреть, мы еще снимали, как мы заливали. Как я заливал, как именно мы провели эти 3 часа. Как я спал. И вы меня будили. Виталик, у меня маршрут залился. Просто я, Колин, этот экспериментатор. Да, он первый, кто будет вообще по моему маршруту ездить. Ну, кроме меня, конечно. Самый первый, это, конечно, я был. А я второй. Вот эта вот гнилая тупая рожа, это я. Ага. И Коля. Еще гнилей. Иди в жопу. Снимаем номера, потом ищем эту машину. Хрена. Не знаю. Все, останавливаю. Охуенная машина, мне нравится. Останавливаю. Я покинул Колю, он где-то вон там. Я собираюсь пройти по дороге, где едут машины. Сейчас они проедут. Ну все, можно идти. Только мне немного стремновато. Да, сука, на меня не наехала. Так, вон впереди у нас есть машина. Ну все, ну, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь вот на этого аборигена. Чего, аборигена? И на меня. Всем удачи, всем пока.